Почему умер твой жесткий диск в моноблоке? Да потому что радиатор забит так, что не видно просвета. Чем забит? А строительной пылью. Даже не видно просвета. Пыль плотным слоем сидит. Везде. На каждом предмете этого устройства. Таким слоем, что воздушным потоком просто не преодолеть ее. Он перегревался и вырубался. Если ты хочешь, чтобы твое устройство пожило подольше, за ним надо следить, его надо чистить. Дай, дай, капец, я тебе говорю!